Алексей Войтов больше не работает в правительстве Камчатки. Временно исполняющий обязанности губернатора края Владимир Солодов принял отставку вице-губернатора региона. Отмечается, что Войтов переходит на новое место работы. Он работал в правительстве с 2007 года. Последние годы он курировал ряд органов исполнительной власти, в том числе Министерство спорта, Агентство по информатизации и связи, Агентство ЗАГС и архивного дела, а также Агентство по туризму и внешним связям. Являлся председателем оргкомитетов международных соревнований по биатлону и гонки Берингия.